Рофер из Петербурга Алексей Денисов покорил сталинскую высотку в Москве. Голова кружится. Высота этого легендарного дома на Катюнинской набережной 176 метров. Это 32 этажа. Построено здание по личному предложению Сталина в середине 20 века. Ну и вот венчает его ярко-желтая звезда. Она и была целью Руфера. Интересно, что пока молодой человек лез на вершину этого здания, по пути случайно встретил несколько коллег из разных городов. Это восхождение не осталось, конечно, незамеченным. Руферы оказались в отделении полиции. Заплатили штраф. Ну, баснословные деньги. По 300 рублей. Алексей Денисов уже покорил крыши многих исторических зданий у себя дома в Петербурге. Так, 23 мая молодой человек вместе с другом забрался на крышу Адмиралтейства, а затем Генштаба.